Шица хуйня. Короче, я все понял. Спасибо огромное за 1000. Очень интересно, конечно, было. Я просто ждал какого-то продолжения, если вы понимаете, о чем я. А там просто ничего не происходило. Так, ну ты молодец, досмотрел до этого момента. Можешь поставить лайк ролику, так как автор тратил на видос время. Думаю, ему будет приятно. Но на спасибо долго, как говорится, не проживешь, поэтому мы, Epic Loot, решили поддержать автора финансово. Я не буду говорить о том, что Epic Loot — это лучшее место для того, чтобы залутать аркану. Думаю, ты и сам это уже много раз слышал. Я лишь скажу, что если ты реально хочешь зафармить дорогие скины для доты за копейки и при этом помочь автору не умереть с голода, то вводи промокод, который видишь на экране в окне пополнения на Epic Loot. Все честно, ты говоришь автору спасибо и одновременно с этим испытываешь свою удачу, а мы снова даем ему покушать. Ссылочка и промокод лежат в описании к этому ролику. Удачи. Спасибо. А что, Змит, не нужен вард, что ли, снайпер? Да нахуй мне ваши варды. Если вард не купишь, снайпер, вард тебе возьми, Змит. Отъебись. Ну, один свободный вард стоит. Чья команда сделает первые 15 фрагов? Погнали, 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 погнали. Все, конечно, бля, все. Походу он бухой. Че, я не пью. 22 года алкоголь может пить. Что-то у меня такое ощущение, что ты вообще Алёша. А что это такое? А что такое Алёша? Призвание. А что, хорошее призвание? Да, хорошее. Да я не живой, я даже подойти не могу. Отводик сделай лучше. Это саппорт виноват. Так я же тебе ничего не сказал. Я тебе говорю. Я не саппорт, я кэрри. Всю жизнь. А, ты кэрри? Всю жизнь. Это просто жетоны. Такой данскил на УД лютейший, короче, он просто меня прячет и уёбывает. Бля, на самом деле, сейчас УД купит метеорхаммер, и я умру сразу. На скеле переигран, сынок ебаный, на затупость, долбоёб, ебать. Микроконтроль, блядь. Там метеорхаммер, лол. Пора уйдем. Ну все, мне на мид нельзя идти. Меня ОД в соло ебашит. Он меня астралит, дает метеорхаммер, и я умираю. Я на шейкере так играл. О, стрим-снайпер на ОД, кстати. Просто пиздует ко мне. Ебучий стрим-снайпер на ОД, долбоёб. Да, ебану, чтобы за мавхаку ебали. Тип тупо без палева идет в лес, блядь, меня астралит, сука. Так, у меня все вроде более-менее норм. А, у меня ж минер в команде, бля, я забыл. Я думал, почему мы проебываем? Давайте расстрелять! Аушпацирен официрен зальдатун! Блин, а сейчас у него скоро блинк появится, ОД. Будет вообще не сладко. Стак. Стак, не алло, Вась. Без срочно. Ага, иди нахуй, стрим-снайпер, долбоёб. Я слежу за ним, я знаю, что там со стрима тип, и он очень хочет меня уебать. Это было очевидно. Включи щит, медуза, бесплатная. Вот так. Он, кстати, не затаймил. Типикал игрок на ОД, который не может затаймить метеорхаммер. Вот, поэтому... Ну, ебите меня, давайте. Рава, удашь? Две обоймы, нахуй, разрядил. Где ты шо, ебать? Захуярил. Так, а что нам надо? Мальштром какой-нибудь. А, да, Мальштром нужен стопудово в этой игре. В этой игре он стопудово нужен, потому что... там Террор Блейд, я его физическим уроном просто не пробью. Вообще никак. Проблемы начнутся, когда там ОД Дагер купит. И Тайт Дагер купит. Там будет просто полная жопа. У меня будут два типа влетать с ноги и все. Блин, играть не с кем воевать, блядь. Нету танка, нету дамагера, ну дамагер есть точнее. Нету каких-то станов, блядь, нихуя нету. Просто, блин, враги бегают и ты их никак не остановишь. Это взрыв был. Блин, у нас винга есть, я ж надеюсь, он... Блин, он линзу делает. Я бы на его месте просто аганим бы заебашил и выиграл бы соло игру. С любой позиции на винге. Соло. Соло нахуй! Разъебал драку. Привет, у моего друга скоро дембель. Зовут Виталя. Можешь ему передать привет. Приезжай летом к нам на море. Усы прогреешь. Спасибо, конечно, за приглашение. Меня много куда приглашают постоянно, ребят. Сколько раз вам отвечать еще, вот, что я никуда не поеду, пацаны. Никуда не поеду, вообще, я буду дома сидеть все лето. Коронавирус, нахуй, на улице, блядь. Мне что, делать нехуй куда-то ездить?
Без обид, если шо, потому что меня каждый стрим куда-то приглашают приехать, пацаны, никуда не поеду вообще, ни на International, ни в Киев, никуда. Дома. Дома буду. Конечно, приятно, что вы приглашаете, но, ребят, в этом, не в этом году, явно не в этом году. Блять, сука, дай наводку в ебу. Как жаль, что даже спустя год движение Гачи не загнулось. Спасибо, так уже не год, брат, уже 2 года. Расстрелять Аусгезаген! Шпацирен Верден! Фрау Штефан! Захуярил, тупо выгнал молодых. Ну да, я по картинке видел, что тут что-то будет такое. Больно мне! А где команда? Можно узнать? Где все? Нас ебут, у нас на базе. Где все вообще? Где Винга, блядь? Фармит вражеский лес. Медута. Без щита бегает. Сейчас Сильвер возьмем. Help! Соло. Олег, я полностью поддерживаю, что не нужно ездить без всяких проверок. Я вот хозяй, как тебе написать, я прыгаю на меня, чтобы все, ты ответил на его сообщение. Есть одно предложение. А так держи год на ту, товарищ. Сейчас, секунду, спасибо огромное за донат. Блин, меня хейтят, пиздец, меня все ульты дают. Меня ОД дал ульту, меня Дайт дал ульту, все в меня прыгают, сука. Надо было линку, наверное, делать, потому что вот этот ОД с астралом. Хотя у него 2 астрала, у него там аганим или что он там собрал. У него просто 2 астрала, он одним собьет мне линку, другим спрячет. Там в любом случае хуёво будет. Спасибо огромное за 1000 рублей, Легион Марс. Я тебе позже отвечу, опять же. Сейчас игру доиграю и в спокойном темпе всем отвечу, чтобы я сейчас не табался, не фидил нигде. Спасибо огромное за косарик очередной. Ебать, я ебашу. Аусгезаген не цузамен. Расстрелять! Сука, на, блядь. Пиш, гайс. Вафлер, блять. Джем, тейк джем. Охуенный момент с форстафом, прям заебись. Готроне, ОД, но байбек. Хорош, пацаны. Такая катуля на самом деле. Повезло, что 36 минут, максимально мерзкая и максимально без экшеновая.